С первых же дней Отечественной войны все предприятия были переведены на военные рельсы. На Урале, в Сибири, в Казахстане и Средней Азии день и ночь строились новые заводы. Люди работали в зной и стужу. Станки эвакуированных предприятий устанавливались в недостроенных цехах и давали продукцию фронту. Уже к середине 1942 года работали на Востоке все эвакуированные предприятия. Мы полностью восстановили свой военный потенциал. Экономическая система социализма выдержала суровую проверку войной. Урал стал главным арсеналом страны. Он поставлял армии пушки, автоматы, пулеметы. Из цехов уральских заводов вышла половина боевых самолетов. Больше половины всех танков и самоходных установок. Уралмашзавод был крепостью обороны в глубоком тылу. Фронт и тыл жили одним стремлением, одной мыслью – разгромить врага. Социалистическое соревнование в помощь фронту призывала партия. И в ответ движение тысячников по инициативе коммуниста Босова. Молодежные фронтовые бригады. Станкам стали старики-пенсионеры. Они выполняли самые сложные работы, были наставниками вчерашних школьников. Рабочие места ушедших на фронт мужей, братьев, отцов заняли женщины. Кто измерит тяжесть, возложенную на плечи наших женщин, годы войны. Непрерывная тревога за родных и близких, за тех, кто сражался на фронте. Лишения, голод. И все-таки все было им по плечу и под силу. В каждый бой, в каждую победу вложен их труд. В селах и деревнях мужчин почти не осталось. Большинство машин, тракторов отправлено на фронт. А поля надо возделывать, надо кормить страну, кормить бойцов, защищавших родину. Женщины, подростки, старики – вот кто возместил своим трудом потерю хлеборобных районов, захваченных врагом. Все для фронта, все для победы. Этим жили все годы войны. Велик был подвиг фронта, но и подвиг тыла велик. На фронт под бомбежкой непрерывно шли эшелоны с техникой и боеприпасами. Такого напряжения не знал транспорт никогда и нигде в мире. Единство, сплоченность народа, руководимого коммунистической партией, было проверено огнем военных испытаний.